И всем привет, с вами Десимин, и сегодня у нас... Почему она такая маленькая? Короче, у нас сегодня обзор на мою программу по названию Speed Keyboard. Давайте я вам что ли приближу. Мне бы самому бы не помешало приблизиться. В общем, задача этой программы... Почему она такая маленькая? Научить вас быстро печатать. Вот, нажимаем старт, и тут генерируются случайные буквы, которые ты должен быстро успеть написать. You passion B. Я не успел. Я Ну, короче, так вы миллиарды раз должны делать. Тут также есть верхний и нижний регистр, который учитывается. Если вы напишете не на нужном регистре, то вам не засчитают. Жаль, конечно, сюда не добавил. Нет, добавил. Генерация символов каждые... Давай, одну секунду. Их... Ищал. Даро. Лучше... Тхляй! И чё? И бычх! Гвщал! Я, конечно, так быстро не успею печатать, но тут помимо русских букв можно еще и поставить английские. Давайте посмотрим. Ну, вы... Но вот по-русски оно генерирует идеально. Яжинг хлуфа! Эпюхе! Вщещ! Гюш! Надеюсь, вам понравилась эта программа. Ставьте лайки. Желаю вам никогда не скачивать эту программу. Я даже ссылку не оставлю. Всем пока.